Всем привет! Как вам наша погодка? У нас сегодня Snowstorm Day. Снег, конечно, начал идти еще вчера понемножку, ночью. Ну и вот вам результат. Обещают до 30 сантиметров снега, а то и больше. Пока снег идет и останавливаться не думает. Были прогнозы, что будет идти до часу дня. Теперь не знаю. У нас тут люди работают в поте лица, дорожки почищены. Не знаю, что делается с парковкой. Маша сегодня на работу, в диализ. Она себе оставила один день там. И у нее как бы поздний приход, сказали не торопиться. Может быть, ситуация немножко прояснится с дорогами и обстановкой вообще вокруг. Потому что непонятно, где можно проехать, где нельзя проехать. Маша на своей маленькой низенькой машине, чтобы не застряла нигде. У нас тут чистят, чистят, чистят. Сегодня суббота. Мы все дома. И слава богу, что дома. Хорошо, что суббота. Не ждали, не гадали. Но зима в разгаре. Хорошо, что хоть не так холодно, но когда снег идет, не холодно, не бывает сильно. Собаки, он гуляет, им нужно гулять все равно. Но хороший хозяин даже собаку не выведет на улицу теперь просто так. У нас около 9 утра. Гулять пока не хочется, не знаю. Фотосессию можно устроить, но... пока желания нет. Потом, может быть, до вечера пойдем посмотрим, что делается с машинами. Может, нужно будет разгребаться. Посмотрим еще, до каких пор будет сыпать. Вот вам и Америка. Вот вам и зима. Вот вам и климат. Ну, мы живем в северной части Америки, потому нам тут и перепадает вот такие вот катаклизмы, так сказать, иногда. Весело выйти в снежки поиграть, что ли, снежную бабу сделать, снеговика, вспомнить детство. Окей, закрываемся, а то холодно. А мы из-за всяких катаклизмов погодних не можем выбросить елку. Вот она и сидит во всей красе еще у нас. Любуемся. Главное, что не сыпется. Как было, так и есть. А у нас метет. 10 часов. Все продолжается. Я иду с машины взять. Я вчера вечером забыла сумку. Ну и заодно посмотрю обстановку вокруг. Дороги чистятся пока плохо. Ну правильно, что шастать туда-сюда, если снег все равно идет. Если убирать надо, не так. Приходят, посмотрят и уходят надолго. Наверное, вот такие вот главные артерии чистятся лучше. А вот такие промежуточные, они не самые такие разъезженные, чтобы их на них обращать внимание. Вот тут кучу снега намели. Парковка слегка расчищена. Но машины не выезжали, смотрю. Все стоят на приколе. Ветер. Не сильно машины и в снегах. Ветер все сдувает. Сейчас посмотрю. Вот моя. Ох. Машина моя. Только такая вот тропинка тут. Все, я слегка почистила. Маша себе купила вот такую штуку на переднее стекло черную. Все равно снег на ней держится. Может быть, легче сметать, но я ей тоже обмела. Все, забрала свою сумку. Иду домой. Вот вам и зима. Отличная погода. Нет у нас тут детей в округе, что призвились сейчас. В новом свежем снежке
Тихо и спокойно. Все наблюдают, наверное, с окон, что творится. Ну вот, пришло время попробовать, что это я купила в прошлый раз. Змея не змея, рыба не рыба. Посмотрим. Вид, конечно, еще тот. Но нужно узнать, выбросила я деньги зря или нет. Открываем. На упаковке написано, что продукт из Вьетнама. Вот такая вот какая-то тут сеточка в середине. Ох-ох, устрашающая. Чтоб змея не убежала, что ли. Запах, конечно, не очень. Но написано, что это соленое. Ну, да, типа селедки, наверное. Сейчас попробую вытащить эту сеточку. Так, смотрите, их тут пару. Я думала, это одна такая длинная. Их тут пару. Значит, соленое с каким-то таким сладковатым оттенком. Но жесткое мясо. Не отходит легко от костей и от шкурки. Нужно грызть и хорошо. Может быть, с пивом и пошло бы. Но это для любителей пива и таранки. Ну, вот так вот. Если все поесть не будет, значит, не будет есть никто. А на обед у нас сегодня будут вот такие вареники. Рано. Итальянские. Девочки, кому лень, я не знаю, кому некогда лепить вареники, берите отличные. 3 минуты готовится. Нежнейшее тесто. И начинка у них тоже разная. Есть выбор. У меня моцарелла чиз. Можно себе позволить, я не знаю, если не раз в месяц, то хотя бы раз в неделю. Кому нравятся продукты из теста. У нас есть любители. С маслом. Ями-ями. Итак, наш хумус готов. Можно полить вот так чуть-чуть сверху масло. Украсить для цвета паприкой. Чуть-ч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 уть. И у меня еще есть немножко тахин. Тахин вот такой. Можно попробовать сюда. По вкусу, смотрите. Ну и, конечно же, употреблять его можно с овощами, с чипсами, с чем угодно тоже. С чем вам больше нравится. Вот такая вкуснятина. Или с перчиком. И есть у нас еще вот такая дынька, которую будем пробовать. Отлежала она недельку. И я думаю, что как раз время ее пришло. Надеюсь, будет вкусная. Ну что ж, пришло время попробовать. Сладкая, сочная. А снегопад продолжается. Кстати, в 4 северных штатах, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк и Нью-Джерси, губернаторы объявили чрезвычайное положение. Так что это вам не хухры-мухры. Бедствуем мы. А у нас 3:40. Снег остановился, машины пошли и тишина. Снега выпало 20 сантиметров, как и говорили, 30 точно. Температура упала, минус 8, ночью передают будет минус 13. У нас прохладно, мы включаем даже обогреватель. Такая температура не для таких домов. Все сидят по домам, ждут, пока растает. На следующей неделе передают потепление, так что это все ненадолго. Вот и все. У нас такая зима, а какая у вас? Всем пока, всем хорошего дня и настроения. Берегите себя, держитесь в тепле. Бай-бай.